Расскажите, пожалуйста, во сколько для криворожан обойдется праздник Масленицы? Сметанка 20 гривнів, півлітрова баночка. Сливочки 35, ну, можемо по 30 давати. От. Творожочок теж 35 в основному, середній. Жирний 40. Молочко 8-9. А яйця? Яйця по 20. То есть в середньому скільки? 18-20. Блінчиків нажарить криворожанам? Ну, якщо з расчета кілограма. 35, сметанка 20, це буде 55 і молочко 8. Це буде 63. Ну, яйця, ну, скільки, 5 яєчок. Ну, 70 гривень. 70 гривень? Да. З расчета кілограм творога, баночка сметанки, 5 яєчок хватить на кілограм і літра молочка. Да. Спрос, коктейльні. Да. Да. Всі стараються в цей день зятя пригласити накормити. Ну, пришли купить на Масленицу молока, как бы недорого, обошлось нам приблизительно 16-20 гривен, как бы, ну, цены небольшие, ну, конечно, не как раньше, но подорожало, но куплять можно. Да. С чем планируете делать блинчики? Ну, конечно, с медом. С медом, с джемом, совсем. С такими вкусняшками, я совсем люблю блинчики, абсолютно. Поэтому... Мы непривередливые насчет этого. В общем, сегодня будете готовить, да? Да. Сегодня всей семьей соберемся, будем готовить, намазывать, есть, как говорится. Да. С праздником и приятного аппетита. И вам спасибо. Спасибо большое. Вам тоже.